Почему готовые программы тренировок часто не работают? В сети можно легко найти кучу тренировочных программ, которые рекламируют известные атлеты и звезды шоу-бизнеса. Именно эти схемы тренировок и секретные упражнения помогли им сделать такие красивые тела. Но что-то обычный человек, который начал заниматься по такой же схеме, не добивается столь значимых результатов. Вопрос – почему? Во-первых, паркетинг. Программа тренировок, даже такая крутая, как 6-12-25, зачастую представляется волшебной таблеткой, приняв которую, ты получаешь классную фигуру. Конечно же, это так. Результат в том числе зависит от питания, восстановления и других факторов. Во-вторых, план тренировок должен быть таким. При условии регулярных занятий нагрузка должна плавно повышаться, так как предыдущие тренировки для тебя уже будут легкие, а сама она должна строиться по циклам. Нельзя постоянно прогрессировать, тренируясь по одной и той же схеме. Точно так же при неважном самочувствии или травме стоит дать телу более легкую нагрузку, которая не усугубит текущую проблему и в то же время даст положительный эффект для организма и здоровых частей тела. Запомните, программа тренировок должна подстраиваться под вас, а не вы под нее. В-третьих, несмотря на то, что механизмы роста мышц и сжигания жира у нас одни и те же, но уровень физической подготовки, противопоказаний состояния здоровья, цели, ради которых мы занимаемся, количество свободного времени для тренировок, предпочтения по виду физической активности и многое другое у нас разное. И тренировки у нас у всех должны отличаться в зависимости от вышеперечисленных факторов. Вывод. Люди, которые только начали заниматься фитнесом, для получения индивидуальной программы лучше обратиться к специалисту, который на основе фитнес-опроса, антропометрических замеров и тестирования составит исключительно под вас правильно подобранный комплекс физических нагрузок. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!